Добрый день, мои дорогие друзья и гости моего канала. С вами Елена, и сегодня приглашаю готовить со мной из азиатской кухни фунчоза со свежими овощами, с куриным филе, с необычным, но очень-очень вкусным заправкой. Готовится быстро, приблизительно 20 минут, и все, вкусный салат али блюдо порадует вас и всех своим вкусом. Из ингредиентов нам понадобится фунчоза, куриное филе, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук, чеснок, сушеный острый перец чили, соевый соус, оливковое масло, жидкий мед, лимонный сок, цедрой. В первую очередь фунчозу заливаем кипятком и оставляем приблизительно 10 минут, чтобы готовился. Спустя 10 минут добавляем сыто, промываем холодной водой и оставляем, чтобы истекла вся вода. Пока остывает фунчоза, будем заниматься с овощами. Лук нарежем полукольцами тоненько. Соломкой нарежем сельдерей. Также нарежем соломкой болгарский перец. Морковь. И мелко нарежем чеснок и острый перец чили. Куриное филе нарежем соломкой. В сковороду добавляем оливковое масло и обжариваем до золотистого цвета. Соевый соус добавляем в чашу. Туда же добавляем лимонный сок вместе с цедрой. Добавляем жидкий мед, оливковое масло. И все это хорошо перемешиваем. В миску отправим нарезанные овощи, куриное филе, фунчозу. И в конце добавляем соус. Все это хорошо перемешиваем. Оставляем приблизительно час-полтора, чтобы все вкусы вместе совпали и уже можно подавать. Итак, мои дорогие, вот такой необычный, вкусный, ярким цветом салат блюдо готово. Если вам понравится мой этот рецепт, то пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, задавайте, я с радостью буду отвечать. И увидимся очень скоро. Пока-пока, до скорой встречи!